О, сейчас попробую снять на пиксель вот эту 200-ю. Телефон Mi Max 3. Сейчас я увеличу 1.5, 1.6, 1.8, 3.1. Это на экране я увеличу саму камеру. Вот. Так. На камеру надо наклеить резинку, тогда будет не так скользить камера по РК. Видим, заусенец хорошо не убранный. Сука, завыла опять. Сегодня целый день, блять, воет туда-сюда и гоняет. Так, это у нас риска от бруска, алмаз, сейчас скажу, 50 на 40. Нержавейка, это аркас. Так, это в ноль. Это именно так, как обычная камера, и без увеличения. Если увеличить еще больше и больше и больше, это x8.0. Это получается вот так вот. Мы сейчас смотрим на нее. Так вот. Ну, тогда уменьшаем. 22.7. x2.7. Вот так вот. Фокус. Вот просматривать. Но опять же, камера ложится прямо на РК. Вот для чего надо и резинка, чтобы он на резинке лежал, а не на пластмассе. Это клац по экрану, фокусировка на эту точку. Вот, допустим, вверху клацну, она будет фокусировать, не фокусирует. Именно на РК. Диастрию. Так, иди в баню. Вот так вот он показывает. И чтобы вот так вот вести, это мы порежем, получается, пластик. Тот, который на камере. Для чего надо клеить? Либо наклеить скотч бумажный, чтобы просматривать, чтобы не травмировать пластик. Но надо играться влево, вправо, там вверх, вниз, тогда на ловишь вот эти моменты. Но это для быстрого просматривания, допустим, если вот сидишь, затачиваешь, и надо просмотреть. Ну вот, можно посмотреть. То ли, ну и там точку, которая тебе нравится. Просматривать вот так вот. Ага. Понятно. Ну, чем больше будешь играться ей, тем больше тебе будет уже удаваться фокус словить, там посмотреть. Ориентироваться, потому что чем пока словишь его. О, словил. Вот так вот. Оп. Так, посмотрел. Так. Для просмотра. Так, а если экран перевернуть, вот, и смотреть, как мы смотрим обычно в горизонте. Так, где тут? Ага, вот. Экран так. Так, вот мы просматриваем. Это x2.2. Еще можно увеличить x4.7. Удобно, но играться надо.
Короче, вот так вот удобнее, как обычно. Телефон мы делаем, держим для разговора. Так меньше в экран попадает, но. И уменьшать надо. Один и пять икс. Два икс 2.0. Так, просматриваю. Если бы на экран бы до 22 выкидывать, о, тогда вообще бомба была бы для просмотра. Так, ну, короче, как-то так.